Всем привет! Продолжаем путешествовать. Бродил я тут по Новгороду. И вот наткнулся на такое здание. Нашел описание. Церковь Михаила Архангела и Благовещение на Торгу. Неподалеку от Ярослава дворища, у начала Большой Московской улицы, обращает на себя внимание ансамбль из двух зданий с переходом, увенчанным шатровой колокольней. По первой постройке сразу можно определить, что это старинная церковь, ну а в другой остались лишь безликие стены. Это церковь Михаила Архангела и Благовещение на Торгу. В средневековом Новгороде торг занимал обширное пространство от нынешней лодочной станции до почтамта. И оба эти церкви находились на территории торга. Самая старая из них Михаила Архангела. Она хуже всего сохранилась. Упомянута еще в 1152 году в записи о пожаре и гибели церкви. Восстановили этот храм, вероятно, лишь в 14 веке. Что касается церкви Благовещения, ну это более новое, то впервые она упоминается уже в 1362 году. Это была последняя известная постройка владыки Моисея. В том же году он умер в своем монастыре Михаила Архангела на Сковород. В 1466 году церковь была перестроена на старой основе. Но данных не очень много, вот то, что мне удалось найти, я вам как бы зачитываю. В годы Великой Отечественной войны переход и колокольня были лишены покрытий и завершений. Реставрационно-восстановительные работы проводились в 1960-1961 году. В основу положена реставрация галереи в первоначальной форме 16 века, где не мешали переделки 17 и 19 веков, а колокольня в формах 17 века. Автор исследований проект реставрации Красноречьев. Ну, вот такая краткая небольшая информация, которую я нашел в интернете об этом историческом памятнике. Церковь Михаила Архангела и Благовещение на Торгу, которая находится в Великом Новгороде. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.